комментарий, что случилось. Неудачная игра, такое бывает. Я хочу извиниться перед всеми болельщиками, кто пришел на игру, нас поддерживает. Мы все слышим. Извините, что так получилось. Допустили глупые ошибки, потом начали раскрываться и уже пропустили много мячей. Нам не позволительно так проигрывать. Мы ставим самые высокие цели и задачи. Быть в тройке и вообще бороться за первые места. Извините, болельщики. Никит, ну если гол, в принципе, вот если так, казалось, что он может стать переломным. Да, мне тоже так показалось, но потом сразу через пару минут глупый пенальти заработали. Вот. После этого уже открывались, получили третий со стандарта, ненужный гол. Вот. И дальше уже надо было переламывать ход матча, но у нас не получилось. Ну и получается, сейчас много травмированных. Нет, у нас все нормально в команде. У нас хорошая атмосфера. И по травмам тоже все нормально. Сегодня Богдан только получил, поэтому все у нас с этим хорошо. Ну и что исправить нужно, чтобы с этим же соперником сыграть иначе через неделю? Меньше недели даже. Теперь мы настроимся на 200% на эту игру. Будем биться за каждый мяч. У нас сегодня не получился хороший контроль мяча. Вот. Свалились на длинные передачи. И мы должны были действовать от себя на своем поле. Вот. Приедем к ним, будем действовать агрессивно. Постараемся делать все для этого.